Так, вроде бы уже все заработало. Добрый день, друзья. Пожалуйста, давайте для начала мы проверим качество видео и связи. Да, здравствуйте, здравствуйте, всем привет, всех приветствую на сегодняшнем. Сегодня, ага, вот такое качество. Качество, конечно, оставляет лучшего. Но, друзья, это временные такие технические неполадки. Ну, вернее, не то, что неполадки. Я сегодня буду вам показывать демонстрацию экрана, поэтому мне приходится использовать такой сервис, как Google Hangouts. Это будет ненадолго. На следующем вебинаре качество вновь будет замечательным. Хорошо? Так, тормозит, вижу, да? Давайте мы сначала пройдемся по чатику. Слишком светло и размыто. Ну, друзья, когда включу демонстрацию экрана, должно быть немного лучше. Видео есть, и звук тоже. Все, это самое главное, чтобы вы меня видели. В общем, о чем сегодня будет идти вебинар? Если вы внимательно следите за нашими новостями, чтобы меня не подтормаживало. Да. Если вы внимательно следите за нашим, смотрите, на ваших смартфонах, когда появляется какая-то новость на сайте, то ваши смартфоны в меню новости приходят соответствующее уведомление, и, собственно, вы можете его прочитать, посмотреть, какие были добавлены изменения, какие улучшения на сайте добавлены, ну, либо же какие-то новости просто о компании. Обязательно следите за этими новостями. Также, друзья, не забывайте подписываться на наш канал в YouTube и обязательно в социальные сети. Там мы тоже стараемся всегда выкладывать все новости нашей компании. О чем сегодня будет идти речь? Если вы уже обратили внимание, то буквально сегодня с утра компания Globus разработала новую уникальную, намного больше конверсию, чем наш предыдущий. Его прямо сейчас и посмотрим. Уже видели новости, супер, супер. Как раз таки из этой новости по ссылке YouTube и перешли. Очень сильно на это надеюсь. Да, обновление это просто замечательно, и я уверен, вы это оцените. Сейчас я постараюсь переключиться на демонстрацию экрана, и я вам покажу новый лендинг. Так, секундочку. Оп, вроде бы заработало, да? Все, отлично. Вижу. Так, и сейчас откроем новый лендинг. Значит, смотрите, где он находится. В меню ваши ссылки на сайте, в меню люди, ваши ссылки. Переходим в это меню. И вот тут в самом верху появилась новая ссылочка, ваша партнерская ссылка. Сейчас мы ее откроем и детально рассмотрим. Вот так вот она выглядит. Во-первых, что изменилось? Давайте смотреть. Как вы видите, вверху с правой стороны, так, сейчас это все видно, правильно? Да, должно быть видно. Вверху с правой стороны появилась информация о пригласителе. То есть теперь ваши приглашенные партнеры смогут видеть, действительно ли вы являетесь его личным пригласителем. То есть, чтобы ваши партнеры не попадали в левые команды, либо же куда-нибудь в левые структуры. Теперь ваш партнер, потенциальный партнер, которого вы приглашаете на сайт по своей партнерской ссылке, он сможет видеть, действительно ли он перешел по вашей партнерской ссылке. Теперь он не уйдет никуда. Если вдруг партнер, опять-таки, если спонсор отображается не то, его есть возможность заменить. Вы знаете, я по традиции смотрю в камеру, на самом деле вы меня уже не видите. Вот, есть возможность изменить. Для этого нужно нажать кнопку «Изменить». Выбираем «Изменить» и пишем email того пользователя, email того спонсора, к которому вы хотите попасть в команду. Это все указывается при регистрации. Также, друзья, немаловажная штука. Надеюсь, вы тоже это уже оценили и обратили на это внимание. В этот лендинг, давайте мы вообще его сейчас пролистаем. Во-первых, смотрите, сразу вверху есть кнопка регистрации, где нужно указать свой e-mail и потом нажать кнопку «Подключиться сейчас». Алгоритм регистрации, он не поменялся. Единственное, просто упростилась сама страничка, и понятно теперь, что такое компания Globus и чем мы занимаемся. Так вот, опускаемся ниже.
Глобус арендует дисплей вашего гаджета. Указаны наши 5 преимуществ. Подключение за 3 шага, то есть создаем e-mail аккаунт, если он еще не создан, и указываем его в форме регистрации. Активируем по кнопке из письма подтверждение регистрации. И третье, скачиваем приложение, начинаем. Просматривать рекламу. Вот, также еще внизу продублирована еще раз форма регистрации, указано количество общих партнеров, сколько уже зарегистрировано, ну, в среднем. И также наши принципы, опять-таки, которые говорят о безопасности. И смотрите, друзья, очень-очень крутая штука добавили в этот лендинг. Во-первых, осталось то же самое видео, но это видео вы теперь можете заменить. Каким образом это делать? Смотрите, тут есть маленькая инструкция. Но я вам сейчас покажу, чтобы вы понимали, как это делается на практике. Как видите, в конце вот этой вот ссылочки вот, есть вот такая вот приписка. Это код ID видео, который отображается на страничке. Если вы это видео хотите заменить, давайте, допустим, перейдем на мой канал. У меня, допустим, есть такое видео, которое можно вставить в такой лендинг. Ну, смотреть мы его не будем. Стоп. Вот. И смотрите, в адресной строке есть... После равно, после знака равно, есть вот такой вот ID, который состоит из букв и цифр разного регистра. Как раз таки вот этот вот текст с цифрами нам и нужно копировать. И в своей партнерской ссылке нужно ее вставлять, опять-таки, после знака равно. Нажимаем Ctrl-V. Обратите внимание, друзья, вообще ссылка, партнерская ссылка нового лендинга, она состоит теперь из двух параметров. Первый параметр – это ваш ID, который присвоен вам после регистрации. Опять-таки, он есть в конце вашей партнерской ссылки, он никогда не меняется. И в этой партнерской ссылке он указан. Обязательно следите, чтобы он тоже не менялся. И второй параметр – это ссылка на YouTube. И опять-таки, видите, я ее заменил. Теперь, если я нажму кнопочку Enter, то лендинг автоматически меняется. И теперь я уже использую партнерскую ссылку не вот эту, а конкретно копирую уже вот эту ссылку, которая у меня получилась. И уже ее мы используем для приглашения новых партнеров. Так, с этим моментом понятно. Сейчас посмотрю ваши ответы. Друзья, вы меня слушали, нет? Не отвлекались? Почти, но нет. Круто, да, все понятно, да. Вижу, а есть такие пользователи, которым не до конца понятно. Если что, я могу пройтись еще раз. Давайте так, если есть такие пользователи, которым не совсем понятно, как использовать новый лендинг, поставьте плюсики. Я еще раз все это повторю. Плюсик один вижу. Да, но есть проблема, блокируется в ВК. По поводу блокировки ВК, сейчас я тоже дам ответ на этот вопрос. Напомните мне, пожалуйста. Так, все у вас из мережи, у меня не получилось, вот отменяется. Так, подождите. Слушали, все понятно. Ну, в принципе, вижу, что всем понятно. Да, по поводу лендинга вопросов у вас нет. Теперь вопросы по поводу ВКонтакте и Одноклассников. Да, есть такой момент, что эти социальные сети... Так, сейчас, подождите секундочку. Если вдруг что, мы потом сможем с вами вернуться опять-таки к демонстрации экрана. Сейчас я пока что включу камеру, чтобы вы меня видели. Да, раз, два. Угу. Так вот, по поводу блокировки в социальных сетях. Для того, чтобы вас не блокировали, вы можете использовать такие сервисы, как сокращение ссылок или же сервисы редиректа. Также вы можете использовать свои сайты отдельные, через которые, то есть заглушки, чтобы через эти ваши сайты шла переадресация на сайт. Скрипты переадресации полно в интернете. Если этим начать интересоваться, это все можно сделать элементарно. Опять-таки, если вы хотите уже прямо вплотную подойти к этому вопросу, чтобы социальные сети вообще вас никогда не блокировали, вашу ссылку никогда не блокировали, чтобы у вас этих проблем не было, я рекомендую, я сам это делал,
рекомендую просто купить самый дешевый домен в интернете. Его можно купить, не знаю, 2-3 доллара в год стоит любой домен. Регистрируйте, даже не важно придумать название, просто его регистрируйте и заходите в интернет и ищите скрипт переадресации и подключайте свою партнерскую ссылку. Вот, об этом почитайте в интернете, погуглите, и я думаю, вы тоже точно с этим сможете разобраться. Вы у нас не глупые. Дальше, какой там еще вопрос был? Сейчас проверю. Для мобильных интегрирован этот лендинг? Конечно, интегрирован. Да, конкурс будет сегодня? Конечно, будет. Сейчас вы спрашиваете. Так, нет, на самом деле красавчик не я, красавчик компания Globus. Это все-таки компания Globus разрабатывает такие новые технологии, новые лендинги для того, чтобы мы работали намного лучше. Да, кстати, вот вижу, есть подсказочка мне, через блогер тоже можно сделать переадресацию. Совершенно верно. Вот видите, уже интересовались люди и знают, как это можно все подключать. Через контакт ВК после сокращения тоже не пропускает. Но это смотря через какой сервис сокращения ссылок. Есть новые сервисы сокращения ссылок, есть старые. Если через старые, то ВКонтакте их уже, естественно, проверяет и давно их заблокировал. Если следить за появлением новых сервисов редиректа и сокращения ссылок, то, в принципе, это возможно, и можно сокращать и ВКонтакте, и Одноклассники пропускать будут. Конкурс будет сегодня в конце вебинара. Оставайтесь до конца. Так, Google форма, совершенно верно, Ирина, тоже есть такое. Можно будет больше информации вводить. Куда? Вложить в лендинг, вы имеете в виду? На самом деле, чем больше информации, тем люди меньше будут ее читать. Поэтому мы считаем, что вот то количество информации, которое сейчас находится на этом лендинге, этого вполне достаточно. Просто проверьте этот... Проверьте этот лендинг, проверьте его конверсию, и вы увидите, что он работает несколько раз лучше, чем наши предыдущие. Но, кстати, предыдущие лендинги, они тоже не отменяются, они продолжают работу. Вы работаете с тем, который вам более понятен. Окей, лендинг крутой, очень респектабельно выглядит. Спасибо, Глобус. Я передам спасибо. Что же их заставляет, что ли, согласен? Так. С неактивными ничего не сделаем. С неактивными мы тоже будем проводить работу. Мы уже заканчиваем настройку, тестирование. И вот буквально в ближайшее время мы начнем уже тестировать на реальных имейлах email рассылку. И тогда, после тестирования, когда мы проверим, что все работает как часики, потому что мы все абсолютно перед любой инновацией мы обязательно все проверяем, тестируем. И это будет происходить точно так же. Так, нормальное время выбрали, еще бы на час позже вообще. Так, я видео сегодня отправила. Да, Оксана, Лифт, все видели, спасибо. Супер, можно записать свое видео и вставить. Конечно, еще раз повторюсь, конечно, можно. Любое видео записывайте, презентации, вставляйте его и используйте. Это сделано для вас. Дуже гарна разработка, богато выбора. Да, спасибо большое. Так, друзья, вопросы по лендингу у вас остались? Друзья, по поводу ваших технических вопросов, давайте мы их на вебинаре разбирать не будем. Бывает такое, что я провожу отдельные вебинары, прошу прощения, увлекся. Бывает такое, что я провожу отдельные вебинары по техническим вопросам. И они уже были, вы можете их отследить на нашем канале. После этого вебинара пройдитесь по истории. И буквально недавно проходил хороший вебинар, на котором мы рассмотрели все часто задаваемые вопросы. Вот. Если же вы не находите ответа на свой вопрос в этом вебинаре или в частных вопросах на сайте, то тогда пишите в поддержку, и мы обязательно вам ответим. Так, по поводу нового лендинга, вижу, вопросов нет. Это просто супер. Как узнать ID? Давайте я вам всем покажу, раз уж я уже сегодня зашел в свой личный кабинет, сейчас я и покажу вам, где и как можно посмотреть свой ID. Так, меняю, секундочку. Есть, заработало. Значит, смотрите, как посмотреть свой ID. В меню «Ваши ссылки» есть ваши партнерские ссылки. И в конце вот этих вот ваших ссылок, тут в серединке, тут в конце, есть вот такой вот номер. Это номер по порядку регистрации. Как вы видите, мой номер по порядку еще 1695.
Если сейчас, насколько вы знаете, в компании зарегистрировано уже более 3,5 миллионов пользователей, то лично мой порядковый номер по регистрации был и есть 1695. То есть это, опять-таки, еще одно доказательство того, что я тут уже работаю не первый год, и, собственно, тут можно строить хороший свой бизнес. Вот, друзья, вот этот номер как раз-таки и есть ваш ID. В конце каждой партнерской ссылки, в конце вашей партнерской ссылки он есть. Его копируйте и используйте. Также в этом лендинге, если вы будете менять спонсора, или если ваши партнеры захотят менять спонсора, то они должны знать ваш e-mail. Опять-таки, при регистрации вы можете им их сразу предупреждать. Допустим, если в графе ваш спонсор указан не тот человек, нажимаем кнопочку «Изменить» и указываем ваш e-mail. И обязательно в том сообщении, которое вы отправляете, напишите ваш e-mail, чтобы пользователь мог проверить. Вот, друзья, ну это такая маленькая рекомендация. Ну, в принципе, наверное, да и все. Сейчас я проверю еще раз ваши вопросы. Если вопросов не осталось, то тогда приступаем к розыгрышу. Сегодня такой короткий вебинар, просто обзор обновления. Так, сейчас вернусь. Ага, все, я тут. Смотрю ваши вопросы. У меня никак не получается набрать команду. Так, есть. Василий, покажите ваш баланс. Да нет, не буду, зачем? Это не тема вебинара. А вы планируете переписку вести через e-mail? Их почти не читают. Письмо от спонсора. Да, мы планируем что-то разработать в этом роде. Пока что это все еще на моменте разработки. Нет, повторять давайте я уже ничего не буду. Если что, есть возможность отмотать вебинар назад, и после окончания вебинара это видео появится уже как видеоролик у нас на канале, и вы его просто можете пересмотреть хоть 10 раз. Тогда вам точно станет все понятно. Договорились? Когда будет чат в своей команде? Не могу пока что сказать, но мы над этим работаем. Все. Так, друзья, давайте теперь вопрос. Если вы были внимательными, так, сейчас подготовлю вопрос. Напомню вообще, что такое розыгрыш $1. Все пользователи, которые зарегистрированы в нашей компании или которые только хотят зарегистрироваться, которые присутствуют на онлайн-вебинарах, у каждого человека, у каждого зрителя есть возможность выиграть $1 в прямом эфире. Выиграть его очень-очень просто. Я задаю один простой вопрос, и кто первый на этот вопрос отвечает, тот получает $1. Правила очень простые. Сейчас я вам задам этот вопрос. Ну и кто первый ответит, тот и победил. Итак, все готовы? Сейчас я открываю чатик. Раз уж сегодня тема нового лендинга, то вопрос будет тоже по этой теме. Сколько наших преимуществ указано на нашем новом лендинге? Пишем цифру. Кто первый? Пять. Интерес ТВ. Совершенно верно, вы первый. Восемь. Ого. Нет, не восемь. Новых преимуществ у нас, вернее, преимуществ указано 5. Ух ты, как вы активны, супер. Но, друзья, у кого-то интернет работает быстрее, у кого-то чуть-чуть хуже. Но победитель сегодня Интерес ТВ. Сейчас я сделаю тоже скрин в чате, чтобы вы не обижались, чтобы вы видели, как это все у нас отображается. Так, секундочку. Выделю. Интерес ТВ сегодня заработал $1 в прямом эфире. Вернее, не заработал, а выиграл. Пожалуйста, укажите свой ID или же e-mail в чатик. Модераторы вам сейчас переведут на внутренний баланс $1. Так, копирую ссылочку. И сразу вам в чат кидаю победителя, чтобы вы увидели, как это все у нас отображается. Поздравляю победителя. Да и так видно. Ну, многие начинают возмущаться. На всякий случай мы продублируем этот скрин. Ничего страшного. Приходите на наш вебинар. У нас был такой пользователь, вернее, этот пользователь есть, который выигрывал уже 3 раза по $1. Так что ничего страшного. Просто будьте внимательными и старайтесь быстренько печатать. Всем повезет. Все молодцы. Последние, давайте, пару вопросов отвечаю и заканчиваем на сегодня.
Как через YouTube набирать команду? Нет, на этот вопрос слишком долго отвечать. Мы потом этому вопросу уделим, наверное, целый вебинар. Я думаю, так будет интересно. Да, друзья, хотелось бы вам напомнить о безопасности ваших аккаунтов. Бывают такие моменты, когда пользователи неаккуратно пользуются своей почтой, а наш пароль, вернее, пароль от вашего аккаунта в Globus приходит именно на вашу почту. Если вашу почту взламывают, то мошенник может получить доступ к вашему паролю. Так вот, друзья, для того, чтобы обезопасить свои аккаунты, подключите обязательно двухфакторную авторизацию через Viber. Для чего это делается? Даже если мошенник случайным образом получит доступ к вашему паролю или подбором, или получит доступ к вашему e-mail и узнает ваш пароль, он все равно не сможет пройти авторизацию, пока вы сами в вашем Viber не нажмете кнопочку «Да, это я». Обязательно вам рекомендую использовать эту услугу. Подключение двухфакторной авторизации. Это сделано в первую очередь для вашей безопасности, для безопасности ваших денег. Поэтому используйте все сервисы, которые предоставляет вам компания. И, друзья, обязательно приглашайте новых партнеров на наши вебинары. Также не забудьте подписаться на наши социальные сети, подпишитесь на наш YouTube канал, на наш канал в YouTube, для того, чтобы не пропускать онлайн-вебинаров и новых всяких новостей. На этом все. Если вопросов больше нет, то я заканчиваю. У меня все. Спасибо вам и удачи. Так, ладно, хорошо. Клим, что-то вы там, платежки. По поводу платежек я уже не один раз, если вы смотрели наш вебинар, я уже не один раз отвечал на этот вопрос. Новые платежные системы, возможно, будут подключены. Вот, следите за нашими новостями. Когда мы их подключим, если мы их подключим и когда мы их подключим, об этом обязательно появится новость и в наших новостях, и в наших соцсетях. Обязательно подпишитесь. Все, всем удачи, всем спасибо и хороших выходных.